Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Лукан Марк Аней, 39-65 годы нашей эры. Лукан Марк Аней – римский поэт, представитель эпического жанра. Родился в Испании, был племянником философа Сенеки и разделял его стоические убеждения. После того, как был раскрыт заговор Пизона, Лукан в числе других заговорщиков по приказу Нерона покончил жизнь самоубийством. Перу Лукана принадлежит Фарсалия, десятичастная эпическая поэма, повествующая о войне между Цезарем и Помпеем. В глазах республиканца Лукана Помпей выглядит героем, а Цезарь – кровавым тираном. Луканом восхищался Данте. Вместе с Гомером, Горацием и Овидием Лукан приветствует Данте и Вергилия на Олимпе, первом круге ада, куда Данте поместил добродетельных нехристиан и младенцев, умерших некрещенными. Для Шелли Лукан был мучеником, погибшим за республиканские идеалы, и в одном из своих ранних писем он характеризует его как гениального предшественника Шекспира. Ну вот так вкратце о Лукане Марке Аней, о римском поэте, представителе эпического жанра. Пока-пока, до свидания.